еще раз мы... Вы с достоинством представляете нашу республику, то, что вы с достоинством представляете наши районы, наших глав, которые... Раиса Республики Татарстан, ниже поименованным вы нас слушаете. Проявлено при исполнении воинского долга наградить медалью ордена... Поздравляю вас. Ура Отечеству! От всей души поздравляю. Спасибо. Потом в России. Есть. Латыпов Роман Владимирович. Поздравляю. Служу России. Это очень здорово, на самом деле. Я очень горд и рад, что ценит наш труд. Я хоть и повар, но все равно сытый солдат всегда выполнит боевую задачу на отлично. Ну, для военнослужащих это очень важно, в первую очередь. Для себя, то, что на самом деле республика нас не забывает, заботится, награждает, видит, как мы работаем, трудимся, защищаем родину нашу. Это очень важно как бы для семей, которые награждены. Потому что все испытывают определенную гордость за сыновей своих, за отцов. Хочу передать привет Республике Татарстан и городу Набережные Челны. Все у нас хорошо, победа будет за нами. Это важно, я отмечу два аспекта. Прежде всего, это своими глазами увидеть, что здесь происходит, понять, какая помощь нужна, точечно, адресно. Ну, а самое второе, это, наверное, самое важное, это же моральная поддержка наших ребят, когда они видят главу, совершенно другое отношение. Они, ну, общаемся, вот вы видели, как хорошо душевно все общаемся, разговариваем, задают вопросы, мы отвечаем. Я думаю, как раз личным примером мы и должны это делать, что не где-то в стране, а именно с ними в одном строю, так сказать, вместе работать на нашу победу. Мы видели глаза этих ребят, видели их эмоции. Это же не скроешь. На самом деле, человеку в любом случае всегда приятно, когда какие-то его заслуги отмечают. А когда от имени президента на боевой позиции, на самом передке приехали и вручили, я думаю, это еще более как бы ценно в этом плане. И то, что вот президент вел такую практику вручения прямо на самой передовой этим ребятам. Они, во-первых, это очень сильно достойно. И это второе, дает очень мощный такой эффект благодарности. Ну вот это их глаза, их лица, об этом, этим все и сказано.